Бизнес-ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Меня зовут Анна Смирнова. И сегодня у меня в гостях врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Я напомню сразу телефоны прямого эфира, по которым можно до нас дозваниваться. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также можете писать нам в WhatsApp 2-300-6191. Буквально недавно в очередной раз было сообщение о том, что при домашних родах умерла женщина. Периодически эти новости возникают, к сожалению. Насколько это безопасно вообще, на ваш взгляд, рожать в домашних условиях? Рожать в домашних условиях – это может быть безопасно для женщин низкой группы риска. Угу. То есть кто это? Это женщина, которая уже рожала ребенка одного, у нее нет лишнего веса, она достаточно молода, здорова, у нее нет никаких других заболеваний, и все происходит прекрасно, замечательно, нет никаких проблем, все тесты пройдены, и все у нее хорошо. И самое главное, что она сама делает этот выбор. Для такой группы женщин это может быть вполне безопасно. Они могут родить, в принципе, где угодно. То есть существует такой успешный, позитивный опыт домашних родов. Это все оговаривается как-то заранее с медицинским персоналом, который в случае чего может? Я что могу сказать по этому поводу? Как вы понимаете, я домашними родами не занимаюсь, заниматься не буду, это не моя работа. В целом в Латвии где-то около 1,5% родов происходит в домашних условиях. Это мы говорим о планированных родах дома. То есть когда человек заранее целенамеренно, целенаправленно принимает такое решение. И это решение является, я надеюсь, взвешенным. Если мы говорим вообще о мировой практике, то, в принципе, этот процент очень разный. Там очень часто ссылаются на Великобританию, где там прямо рожают дома очень много. Ничего подобного, это около 2%. Если мы говорим об Америке, это опять 1%. Самый большой процент – это в Нидерландах. На сегодняшний день это около 13%. Но за 10 лет это количество 70% упало на... До 13%. То есть, в принципе, где бы мы ни находились, принципы безопасности являются наиболее важными и актуальными. Поэтому в целом это какой-то совсем небольшой процент женщин, для которых это может быть актуально. И здесь самое главное именно произвести оценку риска, прежде чем принять такое решение. Хорошо, даже если мы выберем женщину, которая принадлежит низкой группе риска, даже для этой группы существует вероятность какой-то катастрофы, как и для всех нас. Чрезвычайной какой-то ситуации. Конечно, мы можем идти по улице, есть вероятность того, что нас, не знаю, мы попадем, нас собьет автомобиль там, или, я не знаю, скутер какой-нибудь. Когда мы садимся за руль, мы подвергаем тоже свою жизнь опасности, правильно? Поэтому есть такие ситуации, даже для групп низкого риска, когда происходит катастрофа, то тоже это нельзя будет в домашних условиях исправить или изменить. Но это тоже нужно принимать к сведению. Чем, как правило, обусловлено желание женщины рожать дома? Я понимаю, что вы домашними родами занимаетесь, но вот, возможно, вам в рамках вашей практики приходилось все-таки сталкиваться с пожеланиями такими. Нет, в моей практике мне не приходилось с таким сталкиваться. Мои пациентки не рожают дома. Но... Я не знаю, с чем это обусловлено. Это, наверное, вопрос не ко мне. Я думаю, что это вопрос непосредственно к тем людям, которые рожают дома. Я в своей жизни, ни одна моя пациентка дома не рожала, поэтому я не могу поделиться с вами таким позитивным опытом. Что же касается женщин, которые когда-то рожали дома, то, ну, например, чаще всего они говорят, что им было страшно, что им хотелось дома. Ну, вот у меня была одна пациентка, которая первого ребенка родила дома, а второго она рожала в роддоме и сказала, что ей понравилось больше, потому что ей понравилось больше. Вот и все. Так что я думаю, что это скорее дело вкуса. И самое главное, что нам нужно понимать, это то, чтобы человек, который принимает такое решение, он принял это решение взвешенно. И здесь, конечно, самая большая проблема, наверное, на мой взгляд, возникает. Ну, какие-то тенденции вы замечаете? Становится ли практик домашних родов больше или нет, учитывая, что вы сказали 1,5% для Латвии? Да. Вот он стабилен, этот процент? Да, он стабилен. То есть он не увеличится? Вот чуть-чуть у них там, чуть-чуть увеличивается, там от 250 до 300, примерно так, да, небольшая есть. Но все равно статистически это незначимо, это увеличение. Вот вице-президент Латвийского общества врачей, он сказал такое после
неуспешных домашних родов, в которых, к сожалению, скончалась женщина. Он заявил, что нужно наконец начать дискуссию о правовой и даже уголовной ответственности акушерок, принимающих домашние роды, если в случаях, когда возникли осложнения или смерть. Вот как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому таким образом. Доктор Форминис, он человек, у которого душа болит за все, что происходит. Угу. И вполне понятна его реакция. Потому что очень тяжело принимать ситуацию, когда роды закончились трагически, а этого можно было избежать. Наверное, я не берусь комментировать конкретный случай, угу. Я примерно представляю себе эту ситуацию. Что касается правовой оценки, так тут ничего такого, на мой взгляд, придумывать не нужно. Она и так существует. Есть соответствующие статьи в законе. Я думаю, что... компетентные органы в курсе, разберутся. Ну, какие виды вообще родов сегодня популярны? Может быть, опять же, среди ваших пациенток, если кто-то об этом говорит, высказывает какие-то пожелания. И в целом, наверное, в латвийском обществе, насколько они безопасны? На ваш взгляд, вот роды в воде, насколько я знаю, вертикальные роды существуют, тоже такие практики. Как часто вам приходится с такими пожеланиями сталкиваться и насколько это популярно? Ну, в принципе, наша философия такова, что женщина может абсолютно свободно выбрать, как она хочет рожать, будь то вертикально, будь то... в воде. Иногда женщины говорят, что они не хотят рожать, будут, что они хотят, чтобы их прооперировали. Угу. Это тоже большая работа. Что касается безопасности, то, в принципе, в целом роды – это очень опасная процедура, и она может закончиться трагично. Наша задача – сделать так, чтобы роды закончились успешно. Просто, чтобы вы понимали, в среднем в Европе материнская смертность где-то 8 на 100 тысяч родов. В Латвии немножечко повыше за счет того, что популяция довольно маленькая. А в Сьерра-Леоне 1400 на 100 тысяч. То есть, в принципе, каждые 75-е роды заканчиваются тем, что женщина погибает в родах. Ну вот в прошлом месяце у нас в роддоме каждый месяц около 500 родов. Вот посчитайте, сколько женщин не погибло. Это же хорошо. Поэтому современное акушерство, каковы его принципы? Главный его принцип – это безопасность. Безопасность для матери, безопасность для ребенка. И сегодня мы не ожидаем, что случится что-то плохое, неприятное. Мы же ожидаем, что у нас очень высокие ожидания по отношению к родам. Женщины сейчас не рожают 10 детей, чтобы хоть кто-нибудь из них к 18 годам выжил, как это было 100-150 лет назад. Поэтому самое главное – это оценить все риски и соответственным образом вести эти роды, учитывая желание женщины, ее свободный выбор. Мы считаем, что очень важно обсудить все за и против, предложить какой-то вариант и вместе найти наиболее безопасный путь, который был бы приемлем не просто только для женщин, но даже, наверное, и для пары, так правильнее сказать. Ну вот насколько партнерские роды, насколько это идет на пользу, как бы вы могли это оценить? Конечно, это очень позитивно. Самое важное для женщины, чтобы она чувствовала себя в безопасности, чтобы она чувствовала себя комфортно, и партнер в родах – это человек, который поддерживает ее морально, поддерживает ее психически, и, конечно, при наличии такой поддержки женщина чувствует себя наиболее комфортно и защищенно, и мы очень рады, что партнерские роды вернулись из-за всего этого коронавируса, и это очень важная часть. Ну, то есть сейчас все чаще женщины хотят, чтобы, ну, да, чтобы да, конечно, партнер. В большинстве случаев партнер присутствует. Но также и близкие могут присутствовать. Да, партнер, я имею в виду любой человек, которого женщина хочет видеть с собой на родах. Угу. То есть не обязательно это может быть родственник, это может быть и... Может быть, подруга. Да. Угу. А послеродовая депрессия, вот эту тему я тоже хотела бы с вами обсудить, которую еще называют бэби-блюзом. Угу. Как мне кажется, в нашем обществе эта проблема недооценена, и не как-то не принято говорить, возможно. Ну вот насколько, на ваш взгляд, необходимо информировать об этом и отцов, и матерей, и в целом латвийское общество, и насколько оно информировано сейчас об этом? Это очень важный вопрос, вот очень хорошо, что вы его коснулись. Бэби-блюз и депрессия – это разные вещи. Бэби-блюз – это, в принципе, нормальное состояние женщины после родов. Около 80% женщин его испытывает. Оно связано с гормональной перестановкой, с изменением резко условий, в которых пребывает женщина, с тем, что она не может выспаться. Бэби-блюз – это или меланхолия послеродовая, так ее еще называют.
вот хочется плакать, грустно и так далее и тому подобное. Она обычно проходит в течение нескольких дней, и здесь поддержка семьи, поддержка близких очень важна. Что касается послеродовой депрессии, она развивается примерно в 10% случаев. У нее есть совсем другие критерии, более строгие, скажем так, критерии. И эта проблема существует сейчас. Разработаны специальные рекомендации для выявления этой проблемы. И здесь, конечно же, наиболее важна становится поддержка семьи и понимание семьи. Потому что женщина, родив ребенка, она оказывается абсолютно вынутой из своей, в принципе, социальной роли. Особенно это актуально для женщин, которые ведут активный образ жизни. Теперь они заключены, у них нет никаких возможностей заниматься чем-то другим, кроме ребенка. И не всегда это большое счастье, в принципе. И очень многие, я думаю, что вот женщины, у которых развивается такая проблема, они именно сталкиваются с непониманием того, что вот, казалось бы, сейчас родится ребенок, будет большое счастье, а вот какого этого счастья нет, хочется спать, тяжело и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, очень важно... Роль не только семьи, очень важна роль тех специалистов, которые обеспечивают послеродовой уход, роль семейного доктора, ну и соответствующих специалистов тоже. То есть, как правило, это касается тех женщин, которые ведут такую активную жизнь в работе? Не совсем, не совсем. Это просто один из примеров. Угу. Если мы учитываем факторы риска, у кого чаще такая вероятность развивается, то это прежде всего женщины, у которых уже была депрессия, женщины, у которых есть уже какие-то, скажем так, проблемы психологического характера, женщины, у которых беременность протекала тяжело, у которых роды протекали тяжело, у которых было кесарево сечение. Очень, очень важен также фактор боли, который женщина испытывает в родах и послеродовом периоде. Это просто больно, и, конечно, пребывание организма в состоянии боли, оно может способствовать также. Ну, как часто в таких случаях в период послеродовой депрессии обращаются пациентки за помощью, учитывая, что, как я уже сказала, как мне кажется, опять же, об этом как-то не принято говорить, и, возможно, в семье тоже женщина может столкнуться с непониманием, что это просто временный там, перепад настроения, и все пройдет. Я думаю, что обращаются за помощью гораздо реже, чем она необходима. Угу. Гораздо реже. Зачастую и специалисты тоже игнорируют эту проблему. Это не так все просто, это требует помощи, не всегда эта помощь может быть оказана. Здесь очень важно еще и желание самой женщины, чтобы ей помогли, потому что никто никого не будет лечить насильно, нужно прийти за помощью. Я призываю обращаться, говорить об этом, не строить из себя героев, признать проблему, и, в общем, можно помочь, это все решается. Как отражается на ребенке послеродовая депрессия, отражается ли она в целом вообще, влияет на развитие в будущем, возможно? Ну, я думаю, что если это какой-то такой случай, который можно успешно лечить и контролировать, есть поддержка семьи, то, наверное, нет. Угу. А если это переходит в какую-то хроническую форму, и женщина страдает депрессией постоянно, я думаю, что ничего хорошего не будет. Я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели. Пишите нам в WhatsApp, задавайте свои вопросы 230-6191. Врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мускова сегодня у нас в гостях. Подключайтесь, если у вас есть какие-то вопросы. Если говорить в целом, вот в процессе беременности, что может влиять на развитие плода? Понятно, что это есть вредные привычки, очевидно, да, которые каким-то образом увеличивают риск и сказываются на здоровье ребенка. Но, возможно, еще какие-то факторы, о которых, может быть, и мало кто знает, которые могут оказать влияние. Ой, ну это такая широкая тема, замечательный вопрос вы задали. Да все влияет. Дело в том, что вот смотрите, мы живем в мире, на нас действуют какие-то факторы. Я не знаю, солнечный свет на нас светит, электричество на нас светит, шум нам мешает и так далее и тому подобное. То есть есть масса факторов, которые влияют на наше благополучие, физическое и психическое здоровье. Правильно? Mm-hmm. То есть это все окружающая среда. Так вот, ребенок находится в утробе матери, и мать – это его окружающая среда. И все, что происходит с матерью, влияет на ребенка. Более того, может также программировать его дальнейшее развитие. Ну, например, если у женщины развивается сахарный диабет беременных, а она постоянно поддерживает высокий уровень сахара в крови и также обладает лишним весом, то тогда вероятность того, что ребенка, когда он уже родится, во взрослой жизни разовьется тоже лишний вес и диабет гораздо выше. Угу. Происходит изменение работы генов в зависимости от того, какой образ жизни ведет мать и что она кушает.
Что касается там, использования медикаментов, каких-то вредных веществ, так тем более это не вызывает ни у кого никаких подозрений. Есть медикаменты, которые можно безопасно использовать, есть медикаменты, которые нельзя безопасно использовать. Все нужно узнать, прежде чем. Но самое главное, медикаменты – это не самая главная проблема. Самая главная проблема – это именно образ жизни, занятия спортом. Женщины, например, которые физически занимаются какой-то активностью во время беременности, и рожают быстрее, и уровень кесарево сечения у них ниже. Угу. Так что это очень важно. Ну, опять же, нужно консультироваться с врачом по поводу спортивных занятий. Безусловно, я говорю о женщине, у которой нет никаких проблем. Угу. Но в целом, если женщина не занималась спортом до беременности, то начинать в процессе беременности, может быть, какие-то такие легкие варианты спортивной жизни. Когда я говорю активный образ жизни, я имею в виду каждый день прогулку 30 минут по свежему воздуху, ну, такую, чтобы можно было спокойно разговаривать. Я не имею в виду пополнение олимпийского резерва, конечно. Ну вот резус-конфликт у отца и матери, как известно, может вызвать тоже какие-то последствия и сказаться также на здоровье ребенка. В Латвии у нас существуют лаборатории, которые каким-то образом могут это скорректировать, то есть берут кровь непосредственно резус крови ребенка и каким-то образом могут скорректировать. Что вот вам об этом известно и как вообще это влияет на развитие ребенка? Значит, смотрите, резус-конфликт возникает не между отцом и матерью, а между ребенком и матерью. Дело в том, что у резус-негативной женщины, если она носит резус-позитивный плод, вырабатываются специальные специфические антитела, которые через плаценту попадают к плоду и, грубо говоря, уничтожают его красные клетки крови. У него развивается малокровие. В первую беременность обычно ничего не происходит. И здесь на первый план у нас выдвигается уход с беременной во время ее беременности. При постановке на учет определяется группа крови женщины, если она резус-негативная, существует специальный иммуноглобулин, то есть прививка, которая нейтрализует эти антитела. И на сегодняшний момент это бывает очень и очень редко. Такой резус-конфликт развивается, что прямо необходимы какие-то серьезные лечения. Это крайне редко бывает теперь, потому что у нас есть профилактика. Женщине вводится специальный иммуноглобулин во время беременности, а также 72 часа после родов для того, чтобы снизить этот риск. Что же касается лаборатории, я так подозреваю, что вы имеете в виду лаборатории, которые способны определить резус плода по циркулирующей ДНК плода в кровотоке матери. Что касается этого, то да, есть такая возможность, можно определить резус плода. Если он плод резус негативный, то тогда ему эта прививка не нужна. Если он резус позитивный, то она все равно нужна. Если мы говорим о том, что мать резус-негативная, отец резус-позитивный, значит, 75% того, что ребенок будет резус-позитивным, поэтому дешевле сделать иммуноглобулин и быть уверенным, что все в порядке. Но если есть такое желание, то да, это возможно определить. Сделаем сейчас небольшой перерыв и потом вернемся и продолжим. Я напомню, что врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова сегодня у нас в гостях. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Программа «Разворот». Я Анна Смирнова. В гостях у нас врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова. И вы, уважаемые радиослушатели, можете звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также в WhatsApp будем зачитывать ваши сообщения, если они приходят. Да, я вижу. 2-3-0-6-1-9-1. Ну и вопрос, с которого я хотела бы начать нашу вторую часть. Где лучше рожать? Потому что, если, опять же, обратиться к каким-то женским форумам и соцсетям, где сегодня активно ведутся дискуссии на разные темы, там в том числе женщин это интересует. Вот что вы можете ответить по этому поводу? Я могу ответить по этому поводу, что лучше рожать там, где хочется рожать. Но нужно учитывать некоторые факторы. Наиболее безопасным видом родов на сегодняшний момент мы считаем стационар. В Латвии достаточное количество родильных отделений различного уровня оказываемой медицинской помощи. И здесь нужно учитывать вот какой фактор. Есть родильные отделения, ну, скажем так, вторичного уровня оказывания медицинской помощи, в которых, ну, допустим, педиатр доступен круглосуточно, но нет отделения интенсивной терапии новорожденных. Соответственно, женщинам повышенного риска, вот тот же резус-конфликт, который вы упоминали, также какие-то различные заболевания, преждевременные роды, двойня, им рекомендуется рожать в так называемых перинатальных центрах. Перинатальные центры у нас находятся в Лепое, в Валмере, в Екапилсе, это больница Страдания и Рижский роддом. То есть это отделение, в котором и это медицинское учреждение, в котором есть отделение интенсивной терапии новорожденных, где новорожденному в случае какой-то неприятности или катастрофы может быть оказана полная помощь
и любая помощь. Есть женщины, которым можно рожать только в перинатальном центре. Ну, допустим, женщина, у которой сахарный диабет, угу, или какие-то осложнения беременности. То есть все зависит от уровня риска. Женщине, которая принадлежит группе низкого риска, она может выбрать любое место, где ей хочется рожать, где ей будет, где она сможет рожать, где ей хочется, собственно говоря, где она будет себя чувствовать безопасно. Самым небезопасным видом родов на сегодняшний момент мы считаем незапланированные роды дома, ну, то есть когда роды происходят сами по себе, без каких-либо, без присутствия хоть какого-либо медицинского персонала. Угу. Ну, насколько заранее нужно планировать то место, где женщина собирается рожать? Если мы говорим, опять-таки, о женщине, у которой есть сопутствующие заболевания, да, и группа риска, то уже в плане антенатального ухода это должно быть запланировано в конце второго триместра, уже должно быть это понятно и известно. Если мы говорим о женщине низкого риска, я думаю, что до того момента, пока у нее не начнутся схватки, она может думать и планировать. То есть и в процессе уже звонить непосредственно? Но звонить не нужно, нужно ехать просто в стационар, куда? Который оказывает круглосуточную помощь. Ее обязаны принять в любом месте, куда бы она не приехала. Не может быть такого, что там не будет мест, например. Конечно. Я слышала такие истории, у нас нет мест, и вот мы не можем вас... Мне сейчас... трудно себе это представить, угу, как стационар, который оказывает острую помощь, отказывает пациентке, которой необходима эта острая помощь, ссылаясь на недостаток мест. Мне это сложно себе представить, но такие ситуации, наверное, возможны. Угу. Ну, роды в Латвии бесплатные, как мы понимаем, но плата взимается за какие-то функции и услуги. Все родовспоможение, происходящее в Латвии, оплачивается государством. Да. Национальная служба здоровья оплачивает эти услуги. И существуют какие-то дополнительные коммерческие услуги, как то, я не знаю, семейная палата или там что-нибудь еще. Угу. Ну, если мы говорим там о наркозе, это все входит в такой общий пакет, который оплачивается? Если мы говорим о каком наркозе? Если мы говорим об обезболивании, которое необходимо для оказания, для произведения какой-либо медицинской манипуляции, конечно же. Угу. Если мы говорим об эпидуральном обезболивании по желанию женщины, то это коммерческая услуга в основном. Существует некий список индикаций, когда нам это обезболивание может помочь. Например, контролировать давление матери или, скажем, когда существует высокий риск того, что операция закончится кесаревым сечением. Тогда это по индикациям делается. Если нет никаких показаний, женщина говорит, я просто хочу, то, к сожалению, это коммерческая услуга. Да. Ну, чего сегодня не хватает рижскому роддому, если мы говорим о нем? Возможно, то, что есть в Европе и пока нет у нас, может быть, какое-то оборудование, которого сейчас не хватает? Вот вы знаете, тут вот мы очень рады, нам хватает всего. Все, что есть в мире, есть у нас. Вот так, то есть да, всего хватает. Самая главная наша проблема везде, во всей медицине, это человеческий ресурс. Угу, а есть... что касается технического оснащения, то у нас есть все. Роды в коронавирус, насколько вообще усложнился этот процесс? Усложнился ли он в период ограничений в Латвии, вот как вы это видели? Насчет осложнений. Ну, как вы понимаете, что бы ни случалось, люди в этот мир приходят, и их надо встречать. Жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается. Ну, какие сложности возникли? Конечно, сложности возникли с ограничением потока посетителей. И для безопасности самих же рожениц и новорожденных. Я думаю, что ну, это, скорее всего, такого психологического характера проблема. Мы очень переживали тот момент, когда было ограничено также посещение, было ограничено участие партнеров в родах. Но сейчас, слава богу, это все разрешилось. И наша задача продержаться на том же самом уровне, чтобы не вводить дальнейшие ограничения. Также мы очень много работали, меняли потоки пациентов, меняли чуть ли не каждую неделю наш план стационирования. Но теперь мы понимаем, что ситуация не изменится, возможно, она надолго, и мы приготовили специальные родильные залы, изоляторы, где, если в случае инфицирования, любая инфицированная пациентка может быть отделена от общего потока. И это, конечно, значительно безопаснее. Ну, случаи беременных с коронавирусом были зафиксированы в мире, но в Латвии, насколько мы понимаем, известно, нет. Да, у вас тоже таких случаев. Инфицированных нет. Женщин, у которых высокий риск инфицирования, да, такие женщины у нас были, инфицированных, слава богу, не было. Угу. А прогнозировали, кстати, что из-за изоляции, из-за чрезвычайной ситуации будет бэби-бум в Латвии, потому что все будут сидеть дома, но вы пока не наблюдаете таких тенденций? Ну, работы у нас много. Ну, у вас ее много, наверное, всегда. Статистически я не могу вам пока ничего сказать, посмотрим.
То есть пока что говорить о том, что антирекорд рождаемости, о котором недавно говорили, будет побит и трансформирован в рекорд рождаемости рано. К сожалению, я думаю, что мы не сможем об этом говорить, потому что рождаемость будет падать везде, и прежде всего она будет падать за счет того, что в 90-е годы было резкое снижение рождаемости, и фактически сейчас должны рожать те, кто сейчас должны были рожать те, кто в 90-е не родился, скажем так, правильнее. Вот поэтому, в принципе, я думаю, что если будет какой-то небольшой подъем, то это не изменит ситуацию в целом. Ну вот, кстати, насчет возрастных рамок, вы сказали, должны рожать те, кто не родил тогда. А изменились ли они как-то вообще в целом в современном мире? Вот что вы наблюдаете? Стали ли женщины рожать позже? Наверное, стали. Очевидно, потому что раньше был этот термин «старородящая женщина». Остался он в прошлом, и, как мне кажется, хорошо. Вот насколько эти возрастные рамки сдвинулись в данном случае? Ну вот смотрите, тенденция к тому, что первые роды происходят в возрасте 30 лет, она стабильная. Все, если, скажем так, лет 5 назад в Латвии это еще было 28, то теперь это 30 лет совершенно точно, а в Испании даже 32. И я думаю, что этот тренд для развитых стран будет в любом случае будет актуален. Что же касается термина «старородящая», конечно, от него нужно отказаться, нету такого термина. Но нужно понимать, что с возрастом эти же самые риски, о которых мы говорили, в родах они увеличиваются. После 35 они становятся выше, а после 40 еще выше. То есть возрастные рамки влияют на процесс Конечно. Родов, на то, каким путем рожать женщин, например, или какие еще дополнительные риски? Ну, даже на то, каким путем, скажем, роды после 45 лет в 70% случаев происходят через кесарево сечение, конечно. Угу. Помимо этого, какие еще есть риски у тебя? После 40 лет резко возрастает риск того, что во время беременности разовьется повышенное давление, так называемая преэклампсия, из-за которой иногда приходится беременность прерывать значительно раньше, чем хотелось бы. Риск кровотечения выше. И в целом, ну так, в общем-то, если мы глобально говорим, то после 35 лет материнская смертность удваивается, а после 40 утраивается. И, конечно, если мы говорим о женщине, которая после 40 приняла решение рожать ребеночка, то это женщина высокого риска. У нас вот много звонков было, сейчас исчезли пока они. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Надевайте, пожалуйста, наушники. У нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Господин доктор, это правда, что с помощью кесарева сечения женщина может рожать только два раза? Спасибо. Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, в общем-то, нет. И есть у нас и четвертое кесарево, и пятое кесарево. Конечно, вопрос правильный, потому что нужно учитывать, что женщина, которая сделана кесарево сечение, в принципе, у нее несколько ограничен репродуктивный потенциал. 10 детей маловероятно, что она уже родит. И с каждым кесаревым сечением увеличивается вероятность кровопотери такой, которая будет опасна для жизни. Поэтому, в принципе, на троих детей, скажем так, может хватить. То есть не на пустом месте этот миф, или не миф Безусловно. Даже, но он основан на... Безусловно, кесарево сечение – это тяжелая, травматичная операция, которая влияет на репродуктивную функцию женщины в будущем. И самое главное, увеличивает риски в последующих родах. Поэтому если женщина, у которой было кесарево сечение, будет пробовать рожать через естественные родовые пути, мы всегда только за, и таким образом она может снизить эти свои риски. То есть, родив троих с помощью кесарева сечения, женщина может родить троих четвертого? Нет, одного. Вторые роды можно попробовать. Можно, кстати, и с двумя рубцами, то есть после двух кесаревых сечений. Такие женщины у нас есть, и мы, если они очень хотят, предоставляем им такую возможность. Но просто, чтобы они это делали не в условиях повышенного риска, а в таких условиях, которым можно оказать помощь быстро, мы идем навстречу. Все-таки есть, с вашей точки зрения, такие рекомендации, в каком возрасте лучше рожать? А, с моей точки зрения, да. Давайте я лучше сошлюсь на шведских коллег, давайте. Которые провели такое исследование, когда лучше рожать первого ребенка. Вот согласно этому исследованию, 23 года, 24 года – это тот срок, когда можно родить первого ребенка, и до 35 лет успеть родить еще двоих, таким образом проведя с каждым ребенком достаточное количество времени, чтобы уделить ему внимание, чтобы он не чувствовал себя одиноким и потерянным, ну, скажем так, по 5 лет с каждым из детей можно провести. С точки зрения психологии, они считают, что это тоже лучше, чем
чем когда каждый год рождаются дети, и каждому, скажем так, старшему меньше внимания уделяется. Да. Вот. И таким образом до 35 лет женщина выполняет свою репродуктивную функцию, не сталкиваясь с проблемой бесплодия, потому что после 35 лет примерно 25% пар испытывают трудности для того, чтобы зачать ребенка. Ну, кстати, если вот говоря, возможно, о мифах, может быть, вы его развеете или нет, но нередко, когда речь идет о бесплодии, говорят о вине женщины по этому вопросу, что вот, по всей видимости, у нее что-то не так. Я предлагаю вообще термин «вина» не использовать. Нет никакой вины, никто ни в чем не виноват. Чаще всего это проблема пары, конечно. Угу. Ее можно решить. Какие у нас вообще в Латвии есть для этого возможности? Очень хорошие. Все, что есть в мире, возможно, все есть в Латвии. Замечательные клиники, все можно решить. Государство до 37 лет тоже оплачивает лечение бесплодия. Есть история женщин, которые сразу после того, как они родили ребенка, беременеют снова. Насколько велика вероятность забеременеть сразу после родов? Или это такая все-таки индивидуальная история? Конечно, это индивидуальная история. Если женщина кормит грудью 6 месяцев, в 80% случаев она не забеременеет. Но через 6 месяцев у 80% женщин уже возникает овуляция. И если не предохраняться, беременность может наступить. Если говорить о такой, наверное, может быть, болезненной теме, как юные беременные, едва ли, наверное, возможно, это может быть радость, а скорее трагедия, или даже драма или трагедия конкретной пациентки, конкретного человека, но вот как вам часто приходится сталкиваться с подобным? Какие возрастные рамки здесь? К сожалению, эта проблема актуальна. Проблема незапланированной беременности актуальна, проблема нежелательной беременности в группе до 18 лет остается неизменной на протяжении последних 10 лет. То есть, если мы видим, что в целом рождаемость падает, то в этой группе стабильная ситуация. Здесь, конечно, на первый план у нас выходит образование, обучение, отношения в семье и так далее и тому подобное. Если ситуация складывается таким образом, что существует поддержка семьи, то, конечно, это одна история, а если ее нет, то это другая история, и каждый случай он индивидуален, и иногда их бывает очень непросто решать. Вы сказали, что проблема актуальна, то есть у вас есть пациентки именно такого юного возраста, да. Вот в данный момент сейчас? Да. Это, как правило, беременные в школе забеременели или это... Ну, это еще, да, школьницы или... мы говорим о группе до 18 лет. Угу. Насколько в данном случае и врач-гинеколог может каким-то образом порекомендовать, направить, и насколько это необходимо, психологическая поддержка, опять же, если речь идет о том, что дома... даже если дома поддерживают, в любом случае. Ну, видите ли, наша задача понять, есть ли это поддержка, есть ли на кого рассчитывать человеку. Если мы понимаем, что нет, то подключать социальные службы, какие-то кризисные центры. Такие возможности тоже есть. Но, опять-таки, человеку нужно хотеть принять эту помощь. Если, в общем-то, человеку уже 18 лет, и он не хочет принимать помощь, то тут сделать уже как бы ничего нельзя. До 18 лет можно. Что касается абортов, вот недавно мы, кстати, разговаривали с одним политологом из Польши, у них там как раз была тоже дискуссия по поводу абортов, по поводу того, чтобы разрешить аборты. У них они разрешены только в определенных случаях, когда есть угроза здоровью. А вот у нас-то дискуссия еще продолжается или в целом это не стоит этот вопрос сейчас среди врачей? Прерывание беременности? Да, насколько? В Латвии разрешено прерывание беременности по желанию женщины до 12 недель. Женщина может принять такое решение с 16 лет самостоятельно. Ну вот есть сторонники запрета абортов, например. Вы как к этому относитесь? Очевидно, что это... зачастую провоцирует подпольные аборты и... Да, конечно, я думаю, что запрещать не надо ничего, ни аборты, ни домашние роды, потому что от запретов будет только хуже. А если говорить о девушках, которые выбрали для себя путь child-free, то есть свободные от детей, стоит ли им опасаться чего-то серьезного для здоровья в данном случае? Я думаю, что нет. Это выбор человека. Если мы говорим о индивидуальных рисках женщин, которые никогда никого не рожали и не были беременны, то там, скажем так, есть определенные риски, но для того, чтобы их уменьшить, ребенка точно рожать не надо. Это же детей-то рожают для чего-то другого. Да. Поэтому я думаю, что это выбор по жизни людей. Есть женщины, которые хотят детей, есть женщины, которые не хотят детей. Это... То есть с физиологической точки зрения это никак не влияет или влияет все-таки?
Это влияет, это несколько повышает риск рака яичника и рака груди, отсутствие беременности у нерожавших женщин, эти риски выше. Но это просто риски, и женщина, которая следит за своим здоровьем, может вовремя на все это обратить внимание. И я не думаю, что нужно рожать ребенка для того, чтобы эти риски уменьшать. А у нас в студии была одна из врачей-гинекологов местных, которая говорила о том, что гормональные нарушения сегодня являются, ну, одной из таких наиболее популярных проблем среди ее пациенток, возможно, проблем для латвийских женщин. А вам приходится сталкиваться с этой проблемой у своих пациенток? Ну, гормональные нарушения – это очень абстрактное понятие. Да, приходится. Ну, что это, как это проявляется, дальнейшие последствия от этого и чем это вызвано? Ну, что такое гормональное нарушение? Ну, например, дисфункция щитовидной железы – это гормональное нарушение, правильно? Когда недостаточная функция или гиперфункция. Ну, что это значит? Если не каждый месяц овуляция у женщины – это гормональное нарушение, нужно каждый конкретный случай рассматривать и анализировать. Если мы глобально смотрим эту проблему, то, конечно, сейчас наши методы диагностики настолько тонки, что, скажем, 50 лет назад такого диагноза-то и не было, потому что не было УЗИ, не было таких анализов. Сейчас можно, в принципе, взять, посмотреть и гормональные нарушения найти практически у кого угодно. То есть это не самая актуальная проблема, которая сегодня стоит? Нет, это очень актуальная проблема. Если мы будем искать гормональные нарушения, мы их обязательно найдем. Какие еще сегодня вот такие вызовы, может быть, стоят перед врачами-гинекологами? Вызовы? В современном мире, да, те проблемы, которые сегодня обсуждаемы и наиболее актуальны, популярны, может быть. Ну, вызовы, наверное, такие же, какие были всегда. Это сделать роды безопасными для матери и ребенка. И самый главный, наверное, для нас вызов – это сделать так, чтобы женщина при этом еще не испытывала стресса, чтобы ей было комфортно, чтобы ей было понятно, что происходит. Я думаю, что в современном акушерстве самый главный вызов – это быть доступным, объяснять доступным языком пациенту, что нужно, и пытаться вместе решать проблему, практически стирая какие-либо хоть возможные, там, я не знаю, эмоциональное непонимание, какие-то, вот, наверное, на психологическом уровне. А что касается тела, то все как было, так и осталось. Ну вот, то есть контакт гинеколога и пациента в данном случае – это вот такая существенная история, да, он должен, да, быть обязательно на психологическом. Направленная на пациента услуга, конечно, да. Угу. Patient-friendly – это для нас самое важное. То есть дружелюбное такое. Абсолютно, да. Ну вот что касается стресса, вы сказали, и безусловно говорят о том, что беременным нельзя нервничать, это такая фраза довольно распространенная, популярная, все ее знают, но насколько действительно стресс может существенно повлиять и на развитие плода, и на здоровье самой женщины, вот если говорить… Стресс – это очень существенно, это даже стресс является одним из факторов риска преждевременных родов, потери невынашивания беременности. Это, что значит стресс? Стресс – это не значит, там, понервничали. Стресс – это какая-то травмирующая ситуация с повышенной психологической и физической нагрузкой. Ну да, но как предотвратить это, если в любом случае женщина продолжает работать, возможно, в стрессовых условиях? На больничный пойти, например. Не работать ночью. У нас с законодательством все прекрасно. В законе о труде есть соответствующий пункт 99, если я не ошибаюсь, который работодателя обязывает обеспечить для беременной женщины безопасные условия труда и снизить, нивелировать любой риск, которому может быть подвержена она и ее плод. Ночные, кстати, работы в данном случае – это также стресс, как я понимаю. Конечно. Да. Какое влияние может именно… Ночная работа, да, повышает риск невынашивания беременности и преждевременных родов. Ну, кстати, со страхами вам ведь приходится сталкиваться наверняка, учитывая, вот вы сказали, что контакт обязательно должен быть у пациента и гинеколога. А какие наиболее, не знаю, может быть, распространенные страхи сегодня встречаются у ваших пациенток, с какими приходится вам сталкиваться? Наиболее распространенный страх, и это понятно, беременная женщина хочет себя защитить и плод свой защитить. Страх от того, что что-то произойдет в родах, страх за ребенка, что с ним что-то будет не так. Чаще всего это, наверное, самый распространенный страх, что…
мамочки переживают, что что-то с ребеночком случится, что с ним что-то будет не так. И именно этот страх заставляет нас чаще оперировать, чем, может быть, нужно было бы. Потому что мы все хотим, чтобы ребеночек родился здоровым. И большая часть кесаревых сечений сегодня производится именно потому, что мы переживаем, что в родах ребеночек страдает. Угу. Вот. Ну и, наверное, на второй план я бы выдвинула страх того, что с самой мамочкой что-то не так произойдет. Вот, кстати, страх ненужных манипуляций и страх ненужных вмешательств, вот я бы не сказала, что он такой распространенный. Я бы сказала, что те пациенты, которые наши пациенты, нам доверяют, по большому счету. А что касается недоверия относительно тактики ведения и каких-то манипуляций, которые мы предлагаем, ну, мы же не делаем ничего без согласия. Мы всегда обсуждаем необходимости. Человек логически размышляющий, он же понимает, что ему не просто так что-то предлагают, а предлагают для того, чтобы было, для того, чтобы улучшить исход родов для мамы и для ребенка. Поэтому вот я не могу сказать, что вот сильно это актуальная проблема. Самый актуальный страх – это страх за ребеночка, да. Но есть страхи у беременных, которые иногда провоцируют чрезмерное количество, возможно, походов к своему врачу-гинекологу, УЗИ, проведение УЗИ после там, каких-то симптомов, которые беспокоят. Насколько вот это, безвредно ли это? И как часто вообще в целом, помимо какого-то определенного расписания, с которым, ну, как правило, наверное, идет беременная к своему врачу, может пациентка прийти, например, ну, я не знаю, там, несколько раз за месяц, там, пять раз за месяц провести несколько раз УЗИ и так далее? Понимаю ваш вопрос. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Это даже есть такая стратегия tender loving care, когда для того, чтобы... Это самое главное, в общем-то, если женщина волнуется за своего ребеночка, какая проблема прийти, послушать сердцебиение, успокоить? Я не вижу в этом никакой проблемы. Наверное, может быть, здесь речь больше идет об организации непосредственно вот этого всего в конкретном медицинском учреждении. Но в любом случае... В роддоме 24/7 есть такая возможность прийти и убедиться в том, что с ребеночком все в порядке. То есть даже если пациент не стоит на учете именно у врача, который непосредственно практикует. Конечно, может обращаться в приемное отделение и успокоиться. Ну что ж, благодарим вас, что вы нашли время прийти к нам в программу. Врач-гинеколог Рижского роддома Анна Мыскова была гостем программы «Разворот». Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.